России, пожалуй, нет такого человека, которому не звонили бы незнакомцы с предложением каких-либо услуг. Нежелательные звонки от тех, кому вы не давали свой номер телефона, это спам. Он не только раздражает и отвлекает, но порой и вводит в заблуждение. Беспокоят ли рекламные менеджеры и роботы саровчан? И как от них избавляться, пойдемте узнаем. Как с такими бороться, звонками вообще не понятно? Не знаю, но вот мне не звонят. Ежедневно, вот ежедневные звонки. Игнорируете такие звонки или как-то справляетесь? Я боюсь, честно говоря, побаиваюсь. Боитесь, что обманут машину? И главное, они не звонят ни с одной, они в Московской области, Воронежской. Вот сейчас, в последнее время, звонят недели две. Я только позвонила туда, записалась в Глазнякам, в Чебоксары. Все, Татарстан, и это ежедневно по два, по три раза. Если отвечает, чувствуется, что робот, то просто сбрасываю. Если человек, то можно поговорить. Иногда что-нибудь веселое, бывают люди веселые. То есть пытаетесь это все на какую-то позитивную ноту свести? Типа того, да. Ну а вот информацию, которую они дают в таких звонках, вообще, она полезная? Для чего вообще эти звонки? Да нет, честно говоря, я так и не понял, зачем они нужны. Иногда вот можно поговорить. А используете ли какие-то программы, которые вот подсвечивают, что это рекламные звонки? Или нет, только встроенные приложения самого, ну, телефона. Часто, да, звонят? Очень часто. А подскажите, как думаете, по какой причине вообще такие звонки возникают? Ну, кто-то сливает в сеть постоянно номера. Беспокоят ли вас рекламные звонки от банков, операторов всяких? Никак нет. Конечно, всегда, как и всех. А подскажите, как вы считаете, вот почему такая проблема, почему звонят совершенно незнакомые номера незнакомым людям? Да все хотят, ничего не делая, получить деньги. Что-то непонятно. А как реагируете на подобные звонки? Вы вообще берете незнакомых? Никак, я не беру просто. Ага, а есть какие-то специальные приложения, может, программы на телефоне, которые показывают? Я просто вижу, что не мой абонент, и не беру. Как справляетесь с такими звонками? Обычно отвечаете? Игнорирую. Просто выключаете? Да. А используете какие-то программы, например, которые подсвечивают конкретно? Ну, у меня вот, да, автоматически высвечивается, то есть там связь, интернет, да, то есть если это Ростелеком звонит, либо там банки, там стоматологи, клиники, то есть у меня телефон как бы сам распознает такие звонки.